Добрый вечер, Владимир. Намасте. Да. Прекрасный сегодня вечер. Сегодня ты шоу. В очередной раз побывал у вас и очень поучительно, познавательно. Ну и вообще всегда это хорошо как-то пообщаться с людьми, которые могут чему-то научить интересному. Ну, вообще не всегда хорошо. Вторая, так называем так, это второй. Вторая серия нашей беседы, да? Вот. Ну, опять я какие-то вопросы задаю. Супер. Вы стараетесь... Да, я стараюсь вывернуться. Вывернуться от моих толканий. Да, устоять. Тайцзи цуань, ушу, карате, айкидо, дзюдо, самбо. Огромное разнообразие, ну, так называемых боевых искусств, да? Да. А все-таки, по твоему мнению, что это? Ну, как бы мы все-таки, да, наблюдаем такой процесс, да, что немножечко, да, войны такие большие, да, уходят в прошлое. Вот, и такое, как бы, насилие, да, то есть как инструмент решения, как бы, конфликтов, да, он уходит немножечко в прошлое, да. Но, тем не менее, все равно у нас остаются вот эти инстинкты борьбы и, может быть, да, в какой-то момере, да, там, охоты, да, то есть, как бы, все равно человек формировался многие-многие тысячелетия, да, в условиях сложных, да, и конфликтных, и так или иначе, вот боевые искусства для меня это то, как цивилизационный такой ответ на простую очень задачу. Мы должны сохранить вот эти вот инстинкты выживания, да, то есть, чтобы они не угасали, то есть, вот такой воли в жизни, но по возможности придать им цивилизованный характер. Цивилизованный, да, то есть в каком смысле? В том смысле, что в боевых искусствах, как бы, да, противовес искусствам боя, не ставится задача уничтожения, как бы, соперника. То есть, по сути, мы движемся к тому, что мы даем человеку возможность, да, проявить себя, да, устоять на ногах, устоять на ковре, да, сохранить равновесие. И при этом создаем ему всяческие, вот, как бы, да, ловушки, так сказать, какие-то, да, задачки подбрасываем на равновесие. Но в целом, во время нашей вот схватки, да, в ту-шоу, партнер всегда цел. То есть у него нет травм, у него нет, как бы, накопления каких-то, да, негативных последствий для его здоровья. Мы просто решаем задачу, чтобы он не терял бдительность, не терял внимательность, лучше понимал собственное равновесие. Вот так, да? То есть, поэтому все боевые искусства, они вот эту задачу решают, что, как бы, оставить все жизненные функции, как бы, человека в порядке, да, то есть, чтобы он боролся, например, вот за равновесие, да, то есть, но при этом, чтобы все были целы. И я, например, я не могу, ну, как бы, у меня же, я начал заниматься еще боксом, карате, вот, и для меня это всегда была проблема, то есть, я, как бы, я не понимал, зачем даже дозированный контакт, я же вижу, что человеку, как бы, от этого не лучше становится. А когда я нашел то шоу, я понял, что вот даже я потерял равновесие, партнер потерял равновесие, то есть мы в целом, мы целы, то есть мы счастливы, здоровы, здоровье только больше стало. Ну, вот, в принципе, наверное, второй вопрос, который я хотел сказать, зачем это все человеку, вот, наверное, все-таки он сейчас всплыл, собой. Ну, возвращаясь к тому, что еще такое многообразие, да, и человек вот встает перед выбором. А что лучше, что ему, вот это там, карате, айкидо, дзюдо, ну, тайцзи цуань, что ему найти? Вот как твой совет, как ему определиться? Все попробовать и потом принять решение, или как? Жизни не хватит все попробовать. Да, все попробовать не хватит жизни, да, то есть...
принципе, нужно как-то для себя представить задачи, да, которые стоят. То есть, а что в итоге? Да? То есть, в итоге. А в итоге я, например, вижу тех, кто приходит вот ко мне, да, на цигун, заниматься тайди, заниматься синьи, то есть, ну, внутренними стилями китайскими, заниматься туйшоу. То есть я так говорю, давайте мы представим с вами, что в итоге. В итоге я хочу, чтобы вы, и я как бы, вот мне будет там, например, 80, вам будет там 75. И мы с вами также сможем выйти, да, на ковер тихонечко потолкаться. Будет к этому и желание, и способности. Мы видим по учителям. Угу. У меня китайский наставник, мой шифу, да, который меня в семью принял. Я вижу, что он в свои 67, он быстрее меня, легче, как бы веселее и более наполнен жизнью. Хотя между нами, ну, достаточно большой, да, то есть, ну, как он, ну, как мой папа практически, угу. Да, то есть между нами 30 с лишним лет разница, угу. Да? Вот, и вот итог, да, то есть когда мы приходим в боевое искусство, то есть мы должны понять, что в итоге. То есть в итоге мы хотим, чтобы оздоровительная часть, да, то есть сохранила здоровье, вот, парные упражнения сохранили нам чувствительность, способность играть, да. Какие-то игровые вот формы поединка сохранили нам ну, какую-то так в хорошем смысле какую-то вот алертность, да, готовность, да. Медитация какая-то нам вот сохранила разум, да, светлый. Поэтому дальше мы ищем учителя, который похоже, что к этому идет. То есть если мы видим наставника, вот что 80 с лишним лет, и он бодр, как бы там, жив умом, да, как бы легок на подъем, вот мы к нему должны идти, да. То есть, в принципе, да, как бы выбор учителя больше стоит, который идет вот этим путем, и по нему видно, что он вот двигается в этом направлении. То есть к долголетию, открыт к людям, развивает, продолжает развиваться. Да? То есть это вот, наверное, основная такая задача перед выбором, какое направление. Да, то есть представить, какая цель стоит, и найти человека, который, по всей видимости, к этой цели идет. Ну, то есть по нему видно. Он, вот как у меня один из моих наставников, Александр Прокопьев Зинченко, говорит, как бы ты выбирай тренера, который всегда говорит, делай, как я. Угу. Не выбирай того, который говорит, делай, как я сказал. Угу. Ну, то есть который, вот по которому видно, вот он пример, да. Да. Хочу быть похож на него, да? Ну, в чем-то, да. То есть, в чем-то, может быть, я с ним не согласен, да, но все равно вот так, наверное, да. То есть для меня очень-очень важно было, я когда приехал вот к Хореному, к своему учителю, к Фанжисяну, я его увидел, я понял, что в нем, несмотря на вот там уже было под 80-79 лет, было, вот, в нем здоровье больше, чем в нашей делегации, всей вместе взятой. Угу. То есть как бы ты видишь, что он вот в себе эту вот жизнь культивирует. Взращивать, да? Поразительно. Вот такой пример. Ну, вот ты сейчас сказал слово «жизнь». И как ты думаешь, вот жизнь – это больше твердость или мягкость? Учитель нас как бы… Вот мы его философскими вопросами очень мучили. Вот он нам, значит, так сказал. Так, вот все, я послушал вас, как бы я человек старый. Вы меня этим нервируете очень вот этими философскими всеми изысканиями. Давайте выйдем из зала, как бы все, сейчас все проясним, все философские вопросы до конца, вот как там жить. Выходим из зала, он говорит, сверху что? Такие, небо, внизу что? Земля. Между что? Ну, люди. Вот, говорит, у меня здесь все записано. Небо, человек, земля в гармонии, в соединении. Мы говорим, ну, все равно, вот как это понять? Он говорит, потому что вверху, да, то есть вверху надо быть как небо, то есть познавать, быть идеей, да, то есть развивать теории, да, то есть познавать, да, природу. Внизу нужно вот такой ресурс создавать уникальный, да, вот как энергию взращивать, да, то есть с людьми надо быть обходительным, добрым, как бы, вот, и все это нужно по месту применять. То есть нужно вот как бы самое главное вот эта гармония. То есть нет одного пути.
путь твердости, путь мягкости, путь срединности – это только все идеи. По месту мы должны каждый раз как бы все в меру. Немножко того, немножко того, немножко того. Да? То есть он очень нас критиковал, когда мы говорили, вот это хорошо, это плохо. Он говорил, вы найдите вот инь, ян, середину, все вместе, да? То есть рассмотрите. То есть он говорит, традиционное мышление, как бы оно требует от нас найти противоположности, найти середину между ними, и еще на шаг отступить и сказать, вот возможны все варианты. Давайте разберемся, как нам сейчас с вами будет всем выгоднее. Пойти этим путем, этим путем, этим путем. Такая много вариантностей. То есть заранее невозможно сказать, какой путь хороший, зависит от ситуации. Когда-то нужно проявить твердость, когда-то нужно отступить, когда-то нужно стоять нейтралитет. Да? То есть... Кто такой мастер? Ну, шеф всегда очень шутил по этому поводу. Он говорил, что нет такого, да, мастер, да, то есть вот, он говорит, вы меня мастер называете, да, то есть, а я кого-то еще мастером называю. То есть это относительно. То есть дорога постепенно как бы мастерства, да, что мы выбираем какое-то дело и накапливаем гунфу. Гунфу – это искусность работы. В чем угодно может быть гунфу. То есть чаще всего говорят, что гунфу – это вот искусство жизни такое, да? То есть вот кто как бы потихонечку свою жизнь улучшает, себя как бы культивирует, ну, наверное, вот у того мастерство растет. Да. Есть у многих в педагогике, особенно там физического воспитания и так далее, выстраивают разные системы, да, они выстраивают такие, называется, как бы три слона там: физическое, интеллектуальное, нравственное. Да? Вот, на твой взгляд, что вот, опять это такой, конечно, может быть, философский, но просто мне интересно твое мнение: вот что первичное там, физическое или нравственное, или интеллект? Нет, первичное? Нет, это вот как раз тот вопрос, ответ всегда традиционно такой, что мы должны как бы с вами понять, что это одно другое не заменяет. То есть с людьми нужно эмоциональный интеллект, да, развивать, потому что они чувствуют, как мы к ним относимся. И очень важно вот это, качать этот навык, да, развивать, спрашивать, да, то есть чем я могу помочь, там, чем, ну, то есть, короче, как-то где вот. То есть, короче, эмоциональный интеллект – это очень-очень-очень важная вещь. Ну, то есть, вот ты говоришь, нравственность, да, но в целом сейчас вот это как, то есть, эмоционально очень богатство такое, да, то есть, способность сопереживать, способность как бы поддержать, где-то там повести за собой, где-то, ну, в общем, гибкость в этом смысле, да, проявлять такую разумную. Вот. Физическое очень часто без хорошего здоровья невозможен интеллект. Вот мы сейчас уже знаем, то есть много-много моделей есть, которые показывают ясно, что речь и мышление, они пользуются теми паттернами, которые создает движение. То есть как бы мышление идет по тем же как бы, вот, как бы маякам, по которым движение что-то прописало. И мы должны изучать движение всю жизнь. Изучать движение, изучать более сложные движения строить, более умные движения строить. Танцевать, заниматься боевыми искусствами, каллиграфией, да, то есть развиваться всесторонне. Иначе мышление будет пробуксовывать. Оно будет само повторять себя. Без искусств, в частности, без искусства, да, воинского, да, то есть мышление обречено на такую как бы абстрактную мощь становится. Само для себя. Опасно. С другой стороны, мы знаем, да, что как бы и речь, и мышление тоже надо развивать, да, то есть как бы это все важные функции, все в соединении. Нет такого вопроса, кто главный. Есть вопрос, как они могут друг другу помогать.
То есть это много более выгодная как бы постановка вопроса, нежели вот, ну что первично, да? Ну вот, не знаю, наверное, опять мы как бы возвращаемся к кругу, то есть все это вместе, но все-таки вот еще такое утверждение существует. Но оно, может быть, по-другому звучит, но идея такова, чтобы, допустим, стать мягким, надо познать твердость. Чтобы стать твердым, надо узнать, что такое мягкое. Вот как ты... Да, ну, безусловно, потому что относительно, да, относительно. То есть, очень часто, что люди, которые вот практически занимаются боевым искусством, например, да, толканием, да, или борьбой, да, казалось бы, да, то есть они склонны, да, там, к применению силы. Но в бытовых условиях очень часто они способны мягкость проявить. То есть они знают цену как бы силе, да? То есть они ее не применяют избыточно. И наоборот, избыточно силу применяют те, у кого нет опыта, нет практики. То есть те, кто не может это как бы оценить, как бы, ну, сложность этого всего. И, или степень, да, опасности. Да, 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 понять очень сложно, да. С другой стороны, да, то есть как бы тот, кто, то есть сложно быть, ну как бы в реальной ситуации эффективным, если нет тонкости. Тонкость развивает искусство, да, то есть каллиграфия, все-все-все, музыка, ритм, да, вот надо чувствовать движение, надо чувствовать партнера. Иначе победить очень сложно, или победа дается слишком дорого. То есть без тонкости, безусловно, сила не очень хорошая вещь. То есть мы здоровье развиваем, то есть мы должны быть здоровы. Но в принципе мы же должны как бы выигрывать там, да, и побеждать без применяя минимально необходимую силу. Для этого нужно очень хорошо понимать момент, угол, ситуацию, да, партнера, да, ну как бы игра должна быть, да, то есть игра — это всегда сложное действие, да, такое очень. Я согласен, да, то есть нужно разные стороны себя развивать. Спасибо, Владимир. Ну, наверное, мы второй цикл закончим и еще вернемся к нашим беседам. Роман, спасибо огромное, да, то есть большое удовольствие как бы общаться, потому что тот дзюдо, который вы показываете, да, то есть это, ну, как сказать, вот для меня это некое, ну, такое как бы целебное такое ощущение. Это же не тот дзюдо, который мы увидим как бы состязательное, а дзюдо как путь, как вот искусство, как вот дзюцу, да, то есть мягкое искусство, да, то есть это очень-очень созвучно. То есть вот учитель говорил, что все занимающиеся там боевым искусством — это одна семья. Но с кем-то вот в семье чувствуешь какое-то, да, ну, родственное, да, ощущение, то есть как приятно общаться, да. Ну, а с кем-то ты общаешься, ну, потому, ну, как бы не чувствуешь, что какое-то, ну, взаимопонимание, да, нет, да. То есть вот для меня как бы искусство, которое вы показываете, это и вот эта философия мягкого пути, то есть она как бы очень дополняет. Спасибо. Да, да, спасибо.